УФАС Дагестана оштрафовал дагестанскую сетевую компанию на 80 миллионов рублей. По информации ведомства, в результате проверок выяснилось, что сетевая организация отключала электричество хозяйствующим субъектам без предварительного уведомления. В результате УФАС выписал штраф на 76 миллионов рублей и еще почти на 6 миллионов ДСК оштрафовано за уклонение от технологического присоединения филиала «Главрыбвод» к электроэнергетическим сетям.